как мы играли в эту игру. Какие же воспоминания по тому времени? Вспомни, как мы играли в нее после школы и на переменах. Кто-то нашел в ней настоящего друга, кто свою любовь. Да и просто вспомни, как мы весело проводили в ней время. А теперь игра умирает из-за софтов и кланси.